Она очень оригинальна тем, что в данной работе показано, чем интересуется семья, чем занимается семья совместно в вечернее, допустим, время, чем увлекается семья, читает стихи, чем любит заниматься семья в свободное время. То есть они катаются на катере, загорают и так далее. Вот данные фотографии подтверждают интересы семьи. Это лишь часть работ. Есть и другие, выполненные в самой разной технике. Одна из семей восстановила свою родословную с 19 века. В другой, помимо прочего, указали не только имена родственников, но и то, чем они занимались. Конкурс «Семейное древо» проводится второй раз. Если в прошлом году заявки на участие подали около 20 семей, то в этом году уже около 30. Имена победителей назовут в День семьи, любви и верности 8 июля на Театральной площади. Интересы людей виден, люди участвуют в конкурсе, интересуются. Ну, это сподвигает тому, что люди, как бы семьи более сплочены становятся, семьи занимаются каким-то единым делом, появляются общие интересы, узнаются корни. Ну, это довольно-таки интересное занятие и очень познавательное.